273 ран. На Blue Baby. Нажал очень умно книжку. Не знаю зачем. Просто проверить, что она работает. Так, 1SVQ, 02CZ. Нормальные статы, 20-20. И даже дэмэдж хороший. На самом деле, для 20-20. Это очень неплохой дэмэдж. 4 дэмэдж. Это очень приятный старт. В словах, чтобы ты понимал, с РБ-карты не пускала никуда, даже такси тут можно. Пуска. Да, сейчас говорю, конечно, такое время. Удивительное время мы живем в этом году. С этими картами все плохо. Свечка с нулевой. Свечка с нулевой. Наверное. Наверное, даже забирается. Хотя, типа, костяшки тоже нормальная тема. Или все же книжка деда. Свечка скучна. Жопер. Это вряд ли. Жаль, заряда нет на эту руму. Это была приятная рума. А, 6 хп, окей. Тогда, возможно, и жопер. Тогда может быть. Не иди ко мне. Не дал бомбу. Джокер. Ну-ка. Ранний буст. Ну типа Ева. Дед. Здравствуй, дед. Опять Ларри жопу отрывает из-за какашек. Очень странно и очень неудобно. По-моему, раньше такого не было. Ты бы спрашивал, мне так жопу отрывал от какашек. Странная дрянь. Урон вроде лочится. Вроде да, все еще можно лочить. Хотя я давно это не пробовал. Ну, вроде лочилось. Уф. Заманчиво. Ну. Ключевое слово вроде. Возможно, я и не прав. Но вот, типа, тратиться оно стоит. В любом случае. Вдруг что-то изменилось в патче. Вдруг что-то не уследили. Я бы снова пробовал. Даже если не лучится. Здравствуй, Летов. Чё-то спидуп. Где все бомбы? Мне нужна всего одна. Даже много-то и не нужно. Одна штучка. Одна бомба, надо же вкусную таблетку скушать.
Красивая большая синяя таблетка. Явно же хорошая. Ух ты ж, гнида, там такие хорошие штуки валяются. Вау, обидно. А полет я вряд ли сейчас найду. Я, конечно, могу в теории найти полет, но это маловероятно. Какой-нибудь весел я наберу. Весел, наверное, возьму, все остальное вряд ли. Хотя, может, если будет хелзап, может, возьму любой полет. Смотрим. Нужен хелзап с бостера. Хелзап есть. Полета нет. Прикольно. Яйкс. Не, еще рано не будет, это уже финальный сегодня. Дальше точно будет опасно играть. Надо заканчивать сегодня. Боже. Потрогать. И обратно положить. Спасибо. Приятно получилось. Приятно. А, тут по 5 дают. 2 по 5. Тут скидка. Другой раз. А, магазин сначала, наверное. Ну тогда черт с вами, не хочу это. Магаз искать, свитки, нажать. Проверь карт, окей. Проверь карт нормально. Не, один хер хп нужно все равно на сделке. Шлюпку всегда можно починить. Это вроде теперь делается довольно легко в этой игре. Кратопоезд. Я на большой руме нажму. Не всегда. Шлепу можно починить, шлепу тоже можно починить. Вот этот вроде больше кратопоезд и мухи есть, которому мне больше нравится. Ни одного скелета, серьезно. На спектрал. Это вспомнил. Тоже можно пользоваться. Кожу нет, кожу я брать не хочу. У меня хп нет даже красного, чтобы типа ее вязать. Это очень дорого будет. Блин, кожа, не знаю, кожу я не особо уважаю на едение. Мне нужно с собой таскать постоянно. Ну, типа, если с хулбэк хотя бы есть, хотя я не почекал керсу, как ебанат. Но это можно исправить. Так уже потом просто заебывает весь ран. Не, ну просто они понерфили 20-20. Как бы факты очевидны, что стало хуже. Просто стало хуже не прям в миллион раз стало хуже, но... Но то, что стало хуже, это факт. Стало... ощутимо хуже. Наверное, все еще не как таких спонерфили, там еще сильнее, наверное, нерф. Более ощущаемо, но... Но один черт. Насрали живая там чуть-чуть все равно. Немного да насрали. Но в целом, типа, да. Как бы 20-20 все еще полезно. С
большинстве ситуаций. Или даже, может быть, всегда. Только, не знаю, у тебя мафа Revelation. Может, тогда смысл где-то убрать? Ну, давай. Ты будешь шанут. Блять. Да. Ну, да. Потому я это говно сегодня не брал. Сегодня явно не день экспериментов. Это было хорошо. Это был и тирейд, и дэмэдж, да, в минус. Просто и то, и другое. Оптом. Ох. Ничего, наверное, жить будем. ХП для кожи дали. Диман и его шутки. Я там VR отобрали, видел, Диман? В Дискорде Айзека писали. Хотя, ну, он, наверное, про свое время писал. Там челик играет в Rebirth, чтобы ты понимал, на ебаном айфоне. Или даже на андроиде. Короче, на телефоне играет. Один чар Rebirth. Причем вроде белорус даже. А он играет, кстати, по старым стратам, я думаю. Я, кстати, не думаю, что он играет по твоей. У него типа там 3.34 время. Как-то очень медленно для твоей этой страты. Я думаю, он просто по старой играет. По накатанной дорожке. Я думал, вообще, конечно, на телефоне сложно сделать время быстрее. Там же, поди, еще лагает же. Там время, поди, еще у него, может, из-за лагов хуже, кстати. Я же не удивлюсь, что там реально лаги есть на телефоне. Ран? Не, у него вроде ран недавно был новый. Или просто он их еще не закидывал, может, новые. Он вчера он писал, сложно, помню, там 3.34 время было. Один чар. Да, я дернулся. Господи, хватит дергаться. Глупый кучер. Дергаться вредно. Ну, типа, сам факт. Спидраны Rebirth на телефоне. Это я понимаю уровень. Настоящий хардмод. ББФ. Да я думаю, я в порядке. Experimental pill. Мне кажется, я в порядке. А кто говорил про интернет? Если бы был бы здесь Бао Гресс, он бы, возможно, возразил бы про интернет. Но он живет вроде в лесу, поэтому это не считается. Возможно, в лесу в Беларуси нету интернета. У Red Bull норм интернет. Это уже правда. Идем. А, в любое, хорошо.
Благо, где цель легкая. Много шестбитов хорошо. Ну, пока у тебя тир сбил, то насрать абсолютно, ты ничего типа не теряешь. Если будет кто-нибудь, конечно, таких с 30-го, будет печально. Просто их уже брать не буду на этом этапе. Если будет кто-нибудь проптозис, будет заебись. Смотри, какой-нибудь проптозис. Я еще нашел стату, которая сейвит 4 секунды, там нужно в 0.0112% попасть, чтобы такой рейндж РНЖ получить. Плюс потом еще нужен хербит какую-то нужную руму. Это еще 10%. Это уже сложные мутки. Ты уже, блядь, какой-то неси, такой пойми что. Это, кстати, приятно, он таким дамеджа. Бля, это была бы вторая часть Гапи. Это была бы уже вторая часть. Плевать. Ну и плевать. Не пойду я в Кёрсу. Не верю я в Гапи сегодня. Ну все. О! Че скелета? Уже была бы Габи? В смысле? Разве? Я что, вроде хвост видел, нет? До этого. Че я еще видел? Что-то еще видел? А, с кожи? Ну ты, конечно, пиздец умный. Не факт, что с кожи были бы части Гапи. Вообще не факт. Вы даете желаемое за действительное. Еще одна черная лужа. Тут муха зависла. Несчастная муха. Зависни. Дай денег, подожди. Дай денег. Стой. Там деньги. О! Снизу надо взрывать, там безлимитные деньги. Кайф. Кайф. Тут можно побегать, рума небольшая хотя бы. Рума стандартного размера. Что-то на Сбербанк, ну вот я и говорю, да. Без лимита. После блага есть пластиблок, слава богу. Как же он спасает в плане ДПСа. Какое же говно. Надо же эту хуйню эту было съесть, опять взял экспериментал. Наивный мальчик думает, что будет хороший экспериментал раз в месяц. Вернее, он уже был. Лимит уже исчерпан на хорошие эксперименталы. В этом году. Скелетик. Экспериментал. Ой. Плюс деньги. Польза. Я слепой. Блять, черепа все сдохли, потому что, сука, взрывы. Логично. Какая неудобная рума. Какая неудобная комната. Без полета. Молодец.
Сколько хп? Вроде еще довольно много, да? Я пока только одно потерял вроде. На этом этаже. Вроде не критично. Раз. Два. Три. Карта точечная. Эта карта мне тут в этом районе очень даже может пригодиться. Так, где магаз? Магаза, так, по-моему, еще и не было, да? Там грид, наверное, но это нужно почекать. Там камень запнулся. Бывает. Так, ну что, большую руму, наверное. Большая рума. Свечкам. Мне опять свечку дают. Уже вторую за ран. И импер еще один, окей. Да что-то, блять, не знаю, свечка. Может, свечку надо брать реально в этом ране. Грустно. Но, возможно, надо. ДПС маловато. Так что скелеты скелетами, ну ДПС в говне. Что так, заберу свечку. Там рума. Чисто до скелетов. У меня еще шарплага нет все равно. А! Сука. Ладно. Похуже. Уже плевать. О, полно прям. Что интересного расскажешь? Атама. Эх, сделки нет. Эх. Ну вообще ладно, Атама типа не самый худший айтем. Будет больно мне, будет больно всем. Вот, вот сразу. Сразу и проверишь, она активировалась. Убедились. Тест там и пройден. Ну вообще 6 хп. Надо осторожно. Это не сильно много. Застрял. С глазами все три разные. Да, такого количества в байзаке происходит с человеком. Они все почти развалились. Так. Это, наверное, даже фармится. Может даже до полароида. Тупо шлюпку активировать. Хоть маленько будет DPS повеселее. Так, еще фарм. Там какой-то веселый тринкет, но мне кажется, мне он не нужен, да? Эти, мне ж ничего нет на удачу. Интересного. Помню ничего. Причем он золотой. Может даже у него там эффект реально усиленный. Возможно. Злой глаз. Ну, злой глаз не сильно интересно, опять же. Мне кажется, пока скелеты интереснее. А. Так, ну ладно. Шлюпка, прощай. Шлюпки не будет. Пока что. Типа скелеты ебашут. Прям реально. Ебашут.
А. Или так. Или так. Так тоже можно сделать. Повезло. Так, магазин не здесь. Хуёво, я вот это же опять пол карты его искать теперь. Пауча есть, есть Spider Baby трансформация. Ой. Вообще нахуй реакции нет. Надо бы себя раздачить и валить. И завтра высыпаться. Первый раз за неделю. Куда-нибудь, но я пытаюсь. Нет, их пока не хочу заканчивать. Еще пока рано вроде. Попозже. Подарок. Подарок! Куда его тащить? В секретку или... Все-таки на сделку. Я высыпался раньше. Да я как бы всегда высыпался в основном. Это ж не так много, 6-7 часов. Люди бывает работают сутками, либо по 12 часов. Какой-то стрим 6-7 часов. По 6-7 я редко, я 5-6 стримил максимум обычно, по-моему. Я только, по-моему, на анлоках бывало 7-8 стримил, это тоже редко. Это взорвал, да, уже? Я не помню, где я еще не был. Где я не взорвал? Миллиард возможностей, где она может быть. И тут нету. Я, походу, знаю, где она. В самом долбоебском месте. Естественно. Не зря. Не зря. Не зря искал, по крайней мере, окей. Нет второго этого, ну ладно. В кои-то веки пригодилось реально. Ладно. Я лопату, наверное, готов брать. Я, конечно, мудак. Наверное. Я мудак? Я мудак. Я мог заменить лопату и паролить еще, но... Охуй. Я уже просто ничего нахуй не варит, я уже хочу отсюда уйти. Пока я еще жив. Ну, вообще, конечно... Ситуация такая, говянистая. Пандора в секретке? Зачем она мне в секретке? Что мне с ней делать? Она дает кучу денег.
Тринка какая тринка. Тринку вроде не видел. Так, ладно, пошли отсюда. Там 4 синих хп на депс 1. А в коробке? Какие-то слишком гениальные мувы даже для меня. Слишком умно. Так, ебать, 2 красных контейнера. Господи, ласти блот. Просто весь файт тащит. Что хуёво, скоро-то он не будет тащить, потому что там же будут файты, где будут некого убивать. Особенно на языке. Там только эти ангелочки есть. Это очень поздно. Привет, человек. Hello, I'm Danny. Нет. На это я не готов хп тратить, тем более с таким демеджем. Это декорация? Нет. Вау. Ебаные турели. Фу, мы умираем в этом ране. Как дальше поет. Нахуй. Это абсолютно конченый ран. Просто найти нихуя за миллион этажей. Ну вообще я сделал хуйню. Надо было брать свечку с собой, а не лопату. Это моя фатальная, походу, ошибка в этом ране будет. Просто конечная ошибка. Нахуй эту ебаную лопату взял? Нахуя мне лопату? Лобоёб. Ну ладно. Буду наказан по делу. Охуенная комната. Просто охуенная комната. 4 хп. Control PS5 controller. Но походу все реально гага. Типа без свечки это просто нахуй ран умирает нахуй. Просто нечем проходить румы. Ну, я знал, что этот ран вредный уже был последний. 5-й ран не надо было начинать. Это была тупая идея. Сам себя наказал. Что это за пиздец? Так, скелеты. Скелеты хорошо. Ключей много. Ключей еще дают. Еще не знаю, что это нам может спасти. Идей ноль. Где-то надо миллион хп высрать. Хуй пойми где. Еще и без бомб. Еще и на бомбе. Задача нетривиальная. Пиздец. Конченые комнаты. Хм.
гениально. Такого тоже гениально. Это рум я всегда, по-моему, хуйню твою. А я же еще Crawl Space не видел, да? Я, по-моему, забыл про Crawl Space. Я ж там проебался. Crawl Space. Дата майнер. Угу. Это мне сильно поможет. Телепорты интересные. Ну, сделку я собью, скорее всего, но я ее просто и не беру в любом случае. Только Абадон какой-нибудь. А какой нахуй Абадон? Я Абадон даже брать не буду. Тут Абадон даже не берется. Тут кошка нужна, максимум. И пытаться выживать на одном хп. Абадон же, я же хп получу сколько? Три? Три черных вместо трех красных, это такое себе. Ага. Я даже не на эту хуйню не среагировал. Гага. Ладно, забей. Значит, точно забей. Просто реакция нахуй ноль. Ошибки те же самые, что и раньше. Играть Айзека, да, Айзека играть нельзя. Глупая затея. Надо все фулл клирить. В любом случае, потому что я все равно сдохну. Типа терять нечего. Это не билд. Фул хп можно на полару это ставить. Вдруг это поможет. О, челлендж шума. То есть, кстати, хорошая идея. Да я сам рано бил, типа, я просто свечку не взял. Я не знаю, почему, я просто про неё забыл. Правда, я бы её зарулил, скорее... Не, я бы зарулил, скорее всего, лопату, а не свечку, наверное, если бы взял её с собой. Секретку. Просто про неё забыл нахуй. Сам хуйню сделал. Со свечкой это было бы сильно лучше. Как ни крути, свечка это просто билд. Сам по себе билд. И просто, конечно, игра опять полумертвым. Так, кто тильтует, господи, какой тильт? Еще пять раз напиши про тильт. Какой тильт? Так, а чё у меня по хп? Не, ноль бомб. Это просто охуенно. В Кёрс я вряд ли, да, могу пройти. Прям сильно вряд ли. Я максимум могу на 2 хп остаться, да? На 2 хп там красного больше нету. Могу, кстати, не драться в челлендж-руме. Гениально. Все поебало получил. Айс Хардвомб. Не, ну... С Хардвомб это точно конечное. Хардвомб, это, наверное, да. Это, наверное, все.
Вот с картом я вообще не знаю, как я буду проходить. Классный рум. Еще три рума до лопаты. Хочу это проходить. Так, налево нельзя идти. Тут мальчика фармит, но я же, блядь, по шипам наступлю. Я же себя знаю. Наступил. Или он сейчас мне бомбу подсъебалась и высрет. Окей. Мальчик, ты очень важен. Ты очень важен в данной ситуации. Все, мальчик. Мальчик молодец. Пока что мальчик справился. Тут чемпиона 2 хп. Так, ну сделка я понял. Сделка я уже и не ожидал. Главное этого ёбка не трогать. Ко мне хп может упасть. Можно потом уж пофармить. Так, сейчас нужно не обосраться. Ох, декорации, где декорации? Это декорация. Ну-ка. Федерал в теории можно скипнуть, но это, опять же, это не гарантия, что это будет скип. Но на это нужно молиться, потому что кафедрал я не знаю. Я эту хуйню не знаю, пройду или нет, кафедрал тем более. Хотя бомбы вроде есть, что хорошо. Бомбы есть. Сипен Гимдор за 5 подписок. Я ж вроде вчера поломал, же все уже починилось, что ли? Господи, как же, блядь, спамят. Два хп. Так, можно пройти, наверное, в Кёрсу. Я думаю, это стоит того. Или нет? Experimental pill. Power pill. Ну, типа, на этом этапе даже уже таблетки, по-моему, можно есть. Терять уже нечего. Спасибо. Сука, ни одного красного. Так, ну пока у меня еще одно, я не буду брать хп. Что там сдвоенное. Не хочу его выистить. Speed up. Синяя, но перед матерью возьму. Может, там поможет. Статы дают, по крайней мере, какие-то. Вот это можно на мать взять, кстати. Тоже. Ну-ка.
Блять, правда, упал он неудачно. Блять, скелетики, да что ж такое-то, что ж вы умираете-то? Видимо, слева, да, будет вторая? Видимо, слева. Тринкобил, это ж тринка, которая дает этот крип с бомб. Это ж не козявки. Спасибо. Синяя, я еще на мать не иду. Сейчас соберу. Крип. Ну, крип можно забрать все равно. Бомбы жалко тратить, на самом-то деле. А, ну еще и похилило, what the fuck? Оно хилит? Лошадиная галп хилит? О, бомбы. Ха! Бомбы подъехали, окей. Ну, бомбы это билд. Тоже отчасти. Ну, это такое себе, потому что, типа, боссов финальных убивать бомбами, это... Убейся. Довольно нудное занятие. Но сделка вряд ли будет, мне кажется, сильно мало процентов. Сильно маленький процент. А не забыть забрать имперу. Вот что еще надо не забыть. Не дай бог. В чест мне точно имперу пригодится. Птички, не улетайте. У вас еще работа есть. Не улетать. Ну да. Ну ладно, хотя бы хп не потеряли. Пуф, 5 хп. 5 хп и мечтам. Скелет даже выжил. Я первый, да, еще не видел скелетку. А там может быть грит? Красный ключ. Красный ключ. И у меня всего один ключ. Батарейка только мелкая, да, была? Ну там, по-моему, мелкая батарейка. У нее толку не будет. Нюхаем углы. Нюхаем углы. Ну это типа угол, да? Там справа, наверное, может быть, снизу или справа. Там плохая рума слева, я помню. Туда я не пойду точно. Есть красная. Тут тоже угол. Че, из Херса запряжена. Да, блять, тут вариантов вроде много получается. Вторая секретка. Слева есть выход. Тут тоже есть. Я взял эту хуйню зря, наверное. Типа здесь тоже может быть, да? Красная. Мне это не особо нравится. Ухуй. Все-таки, видимо, в Керсе была. Блин, если эту руму пройду, то у меня еще будет один шанс. Все-таки, видимо, я ее прохожу. Ладно. Попробуем. Я в рот ебал эту тупорылую комнату нахуй просто. Какая ебаная тупость.
Все, нихуя нет места эту ебаную комнату проходить. Я знаю, я уже получил заряд. Поэтому я ту конченую комнату и проходил. Чтобы сделать заряд. Угу, я так и думал, что буду здесь, скорее всего. Ну, теперь можно ебало терять, синего все равно уже нет. Это хороший айтем. Хороший айтем. Окей. Но я все еще беру с собой лопату, мне кажется. Я не буду в кафедрале искать красную комнату. Я лучше понадеюсь на скип. Все-таки. Ну, не зря поискали. Тут это, правда, было нужно. Ключи. А там ключи как-то брались, или почему я их не взял? Почему там валяются ключи? В чем причина? А, они просто не берут целу. Чат троллит. Окей, пошли отсюда. Нам наверх. Ну, типа, пакт это маленький демедшап, но опять же, это демедшап и... Это нормально. Сундук деревянный, я, блядь, я не думаю, что он стоит того. У меня всего один ключ останется. Но... Другой стороны, там может быть карта хорошая. Я вот о нем думал, блядь, последние минут 20. Сука, его видел. Давайте попробуем. В принципе, если не будет скипа, ну, да. Вот, кстати, нормально, тиры. Типа, если не будет скипа, я ключей найду. Если будет скип, мне кажется, уже похуй. Я думаю, уже и так пройдем. Если будет скип, уже и без этого пройдем. Будет плевать. Так что нормально. Blind. Это грустная история, что blind. Если будет item. Айтема нет. Так, ты ничего плохого не даешь, правильно? Ты хелсапы и маппинги даешь в основном. Так что давай. Я это заберу. Если будет. Во, ключи пошли. Заебись. 7 хп это уже не 3. Это уже вообще не 3 хп. Тут синий хп и тиндит рок. Ну что ж, вот ситуация исправляется. Ситуация из... Ой, я сейчас умру. Походу переходит, ой, я сейчас не умру. Наверное, уже. Внезапно. Я все еще мудак. Что свечку оставил. Боже мой. Тут-то чем ебало терять. Ага. Взрывы. Не хочу. Это кто? Вурп. А, бомсаки обратно. Уже, наверное, не надо. Уже, наверное, не нужно. Кстати, у меня чат задох. Вот. У меня чат умер. А, не, ожил, окей. Добро пожаловать в чат. Лопата, я ее уже нажимал. Там нет скипа. Нет, сокром, я думаю, фармить уже смысла нет никакого. Да и чем? Нет, 3 синих хп сверху. Чем мне это фармить? Не говорите глупости.
скелет над скелетом. А это мой скелет. Кек. Как не здесь? Да в смысле? Плевать. Скелеты, живите. Скелеты пытались. Они пытались. Пускай этот файт проще с Карвом Брум половины. Это было глупо. Мне кажется, уже могу себе позволить. Уже могу себе позволить такой дамедж. Окей. Этому говно. Тоже этому говно. Ну, полетели. Ну, все мухи нормально. Мухи будут сейвить от слез миллиона. Польза. Этот файт вообще, потому что здесь мухи есть. Потому что хорошо стакается. Дарк Эльфер. Пока, Дарк Эльфер, мы уже заканчиваем. Почти закончили минус триком. Но не сегодня. Опоздал ты. Опоздал пиздец. Я всегда в это время заканчиваю по-моему обычно. И то есть я запустил поздно, поэтому дольше стримим. Я никогда в это время сейчас обычно не стримлю уже. Но это было немного напряжно. Немножко напрягся, но так, не сильно. Ладно, раз в 100 ранов надо. Окей. 273.